Всем снова привет, с вами Алекс, и я гулял по пещерам и набрел на зараженную территорию. Воу, червяка тут не было, вот он только-только вылез. Так, в общем, я пришел с правой стороны, то есть я пошел от дома влево, нашел пещеру, спустился вниз, в пещере еще шел, топал влево. И я вот так вот впервые за... свое все время я из пещеры попал в пещеру зараженную. Вот такие пироги, короче. Так, нифига не видно, я вижу сундук и две сферы. О, я бы сферу повзорвал бы. Давай дохни ты, что ли. Есть, сдох. В сундуке у нас кольцо, 5 что-то слитков железа или серебра, 27 стрел и что-то там. Ой. Так, забрать все, как лутал. Вот. Так, плюс одна защита. Плюс 3 к урону. Ну-ка, 2 кольца можно надеть в этой сборке? Нет, нельзя. Ну ладно, ничего, в принципе, такого. И самого нет. Граната у нас есть. Сфера на поверхности практически. То есть мы сейчас разобьем, возьмем сферу. Так, туда не будем спускаться. Я не хочу туда спускаться. Там слишком стрёмно и страшно. Так, слизень пошел вон. Так, ты тоже пошел вон. Так. Мне почему... Ага, 2 штуки земли есть. И это сойдет. Чтобы эта бомба не укатилась далеко. Оп. Ага, не хватило. Сейчас хватит. Все отлично. Сфера, короче, лопнутая. Ой, не лопнутая. Открытая. Блин, не открытая, а, короче, раскопанная. Теперь мы ее ломаем. Что у нас есть? У нас есть мушкет. Ага. Сзади. Что сзади? А, сзади что-то холодный ветер, что-то было, я помню. Так, ладно. Вторую сферу сейчас сломаем. Опа, к нам сейчас же оружейник придет. Смотрите, и мушкет какой классный, а. Вот оно, оружие дальнего боя. Вот с него я буду бить ту летающую дуру. Окей, идем. Метеорит упал. Ла-ла-ла-ла-ла. Это круто. Это значит, что будет очень классно. Чё-то... Блин, я... Нуб. Я нуб. Я что-то не так сделал. А, у меня есть план коварный. Вот не знаю, упадет она туда вниз, не упадет. Блин, не упадет. Так, ладно. План коварный продолжается. Надо будет вот туда пройтись как-нибудь. К сфере подобраться. Как-нибудь, я не знаю, как только. Так, отлично. Все ближе и ближе. Опа, я дотягиваюсь, ну-ка. Опа. Че, еще один метеорит упал? Че, 2 метеорита, что ли? Че упало-то? Орбит 40 мана. У меня 20 ману. Я, кстати, все звезды свои собрал и сделал себе ману, чтобы магическое зеркало работало. Вот так вот. Блин, чё мне... Ай, надо это проломать. Отверстие сраное. Во, вот так вот. Так гораздо лучше. Так, там что-то еще есть. Сейчас ломаем все. Все фигня. Ага. Столько много этих. Зуркона. Вообще много зуркона. Блин, прикольно. Прикольно, идем дальше. Ой. Давайте взорвем вот эту шашку динамит. Я хочу взорвать шашку. Во, прям как она легла-то классно. Блин, хоть не задело. Не, отлично.
Так, это там летает. Пока не достает. Пока все здорово, пока все отлично. Упали метеориты. Так. Что тут у нас еще есть? В принципе, ничего интересного. Есть какая-то сфера. Блин, я сейчас сломаю третий шарик, и будет этот червяк. Он стопудово будет, потому что после трех сфер он появляется, 100%. Были баги, как... Считалось багом, что он не появлялся, когда программистами был расчет на то, что после трех сфер он должен обязательно появиться, а он не появлялся. Это все исправили, теперь он стопудово после третьей сферы появится. Это 100%. Так что... Я что-то очкую. Есть такое немножко. Так, я что-то от зараженных земель стал отходить в бок совсем. Блин, вот та руда нам нужна. Я, кстати, увидел, что можно сделать вот из этой руды еще одну кирку. Опа, шаман, давайте шаман замочим. Можно сделать еще одну кирку. Вот так вот. И там вот кирки, сколько там? 70% что ли кирки? У этой сколько? У этой 60, а вот у 70, да. Все правильно говорю. Вот это нам светящаяся руда нужна. О, как она прям, как она удобно-то стала. Из 4 штук можно сделать 1 слиток. Нам нужно таких 13. У меня 2 лежит. Уже, то есть 2 слитка уже есть. Ай. Так, около... Так. 4, 5, ну около 5 слитков у нас есть. Так, давай. Чё, будем бить сферу? Или фиг ли мы сюда пришли-то, да? Конечно, случайно только пришли, но это никого не волнует. Давай, есть. Замочил легко. Надо потолок хотя бы светить, то вообще нихера не видно. Вообще еще лагает. Чё лагает? Задолбало лагать. Дим, сфера поближе есть, а? Опа, я ее вижу еще одну. А, она вкопана. Ладно, идем обратно. Блин, да чё ж ты подлагиваешь-то такая? Комп, ты идиот. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, теперь. Раз, два, три. Вот так вот. Иди вон. Так, вот так надо дома сделать. Так, теперь. Раз, два, три. Ага. Сейчас сферу зальет. Ой, сколько воды-то ушло. О, как удобно-то стало. Так, до сферы я не дотягиваюсь. Надо еще сломать. Ага. Так, вот теперь здорово, все. Червя будем мочить, наверное, вот этим мечом. Хилки у нас есть. Ну, все, в принципе, здорово. А, еще одна орбита, и вот он, червь. Опа, да я же говорю после третьего. После третьей сферы. Я же знаю, я же играл. А то вот тут шарик. Ой, это настолько говнявая кирка, то что она даже эту породу не ломает. А даже не проверил, кстати, вначале, я забыл вообще. Ой. Вот это круто. Не, мы его замочим, легко замочим. О, а если вот этой штукой? Я, кстати, как заметили, ледяную броню сделал. Ой, не-не-не-не-не, не катит ей. Она почему-то назад отталкивается. Я бью, а она назад улетает. Она как только соприкасается, она не сквозь идет, а это... Ну, я думаю, вы поняли, блин, что я объясняю, я не могу выговориться. Воу! Нет! У меня ж крюк есть, я забыл про крюк совсем. Так, мы голову сломали, сейчас будет две части или одна? Нормально. Надо похавать. Сколько? Полминуты. Не смей меня трогать. Не бери мне свой узел. Не смей. Ой-ой-ой. Ой, сердце. Жопу тебе сейчас сломаю, я тебе сейчас сломаю пукан.
Так, даже вот... Оп! Неудачник. У меня 3 секунды еще. 2. 1. Есть. Есть, есть. Ломаем его дальше. Есть, 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 есть. Все, начал ломаться просто полностью. Все, и руда есть, и у нас все есть. Мы чемпионами этого мира. Мы сделаем опупенную кирку, только не знаю, будет ли она ломать то, что нам нужно. Блин, где сердца? Сердца где? 22. Нет, нет. 5 хп, 5 хп. Не смей. Вот только вылези. Нет, залезь обратно. Залезь обратно. Залезь обратно. В землю залезь. 10, 10. Нет, 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 2 хп. 2. Я не хочу умирать. Я буду победителем. Сердце, пускай падает сердце. Пожалуйста, Ай, да ну да, я же выпендрежник, надо было мне остаться. Сколько? Одна золотая монета. Ай, ну ё-моё. Ну ё-моё, ну ё-моё. Блин, аж червя не добил. Я опять, короче, тупанул. Ой, у меня в версии... О, вот он. На новой сборке съемка вообще что-то не задается. У меня вот раньше что-то фартило, а сейчас вообще не фартит. Так, давайте, короче, вот эти стрелы все нахер продадим. Что-то они у меня много не вышли. И купим патроны. Они мне важнее будут. Будем его с мушкетом мочить. Давай, 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 давай. На все остатки свои. Так, у меня, короче, 18 каких-то штук есть. Куча руды. Куча, 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 куча. Так, идем в дом. В доме ничего не изменилось, так, разве что некоторые рейсы добавились. И все. И больше ничего интересного нет. Так, 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 так. У нас есть... Ага, можем сделать кожу. Так, кожа нам, короче, сейчас не нужна. Нам нужны вот эти слитки. Мы можем из них сделать так. Кирка из этой штуки ломает, да, же блоки эти? Да, ломает. Ломает. А, нет, нет. Я думал, короче, если сделать кирку, которая полноценная, прям по стандарту была, вот из этих материалов, тогда можно будет ломать камень, который там. Да, вот этот камень, который мы гранат, бомбы взорвали. Но он так и так ломается бомбой. И хотел... той киркой попробует сломать новые руды, но вспомнил то, что их даже бомбы не берет, так что смысла, наверное, нету. Или кирка возьмет это, без понятия. О-о-о-о, шадов какая-то кирка, или это не кирка? Не, это не кирка. Это не кирка или кирка? Че это такое? И че это такое? Че это такое? Блин, не могу понять. 19. Какие-то новые инструменты совсем долбанутые. Опа! Вот, я про это говорил. Вот, 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 вот. Так, так, нам это больше не нужно. Так, very fast, это что? Это тоже very fast. У нас этот мечик уже второго уровня. Первого так нахер надо. Давайте сделаем, короче, кстати, сейчас одну приколюху покажу. Вот все цвета, которые у нас и тут есть, мы можем выбрать любой цвет и сделать себе кирку, например, вот зеленый, да, вот берем эмеральды, подходим. А, стоп, а, да-да-да-да-да-да, вот-вот, из эмеральдов можно делать... цветные такие предметы. Из эмеральдов, из всех остальных тех камушков, которые у нас были. Но мне нравится зеленый цвет, поэтому давайте сделаем зеленую кирку. Мы так часто обновляем кирку. Ой, вот это классно. Плюс 10 дамага, плюс 10 скорости. Вот. Блин, вот я никогда так часто кирку не обновлял себе. Золотая, бронзовая, стальная, потом эмеральдовая. Жесть. Блин, это крутяк. Тут столько возможностей, вообще столько возможностей. Давайте сейчас, значит, так, вложу это все говно для начала. Скину стаки. Положу вот эти шарики сюда. Еще тут говна всякого понаскидываю, которое мне вообще тут не нужно. Вот эти шарики вообще, вот 40, по 40 мани. 5 минут, 5 минут. 5 минут, 5 минут.
Нахер шарики нужны мне? Выкидываем их. Так, и вот это тоже сложим. Вот это тоже сложим. Это сундук сюда положим. Надо как надо же освободить все-таки барахло-то, которое у нас тут есть. Кольцо мне нахер тоже не нужно. Еще два слитка остались. И мушкет в руке. Так, давайте помахаем киркой. А, ну, обычная зеленая. О, 14 урона. В принципе, нехилая, быстрая, классная, зелененькая. Мне нравится зелененькая. Так, мушкет. Ну, мушкет мушкетом. Птичку попадем. Я косой, косой. Давай, давай. Давай, давай. Блин, нет. У нас есть гриб, есть что пожевать. Давайте, оп, зажуем его. Ух, попробуем сломать новые руды. Блин, да, опять разбился. Если новые руды срубаются, это будет очень-очень-очень здорово. Я вот почему бегаю к этим новым рудам постоянно? Потому что я ужасно хочу их добыть. Просто хочу посмотреть, что же, блин, сделать. Очень-очень хочу, блин. Нафига их тогда добавлять в самом начале? Не вот так перед глазами у тебя мельчишат постоянно. Ты не можешь оторваться, просто, не знаю, думаешь, такое, блин. Надо что-то делать. Ты шлюха, блин. Так. Попробуем сломать. Так, давайте вот так сверху встанем. Ай, блин. Тупая сраная кирка. Ну-ка. Попробуем. Чё там за... Ух ты. Ух ты. Там, смотрите, там два лука. Дабл такой стоит. Ща, блин. Что-то лагает у меня. Блин, мимо пролетело. Блин, опять мимо. Да блин. Так вот... Ладно, короче, фиг с ней. Ай, всем спасибо за просмотр. Всем пока.